wydarzeń szkole. Wspaniały słoneczny poniedziałek do szkoły było wchodzą nauczyciele oraz uczniowie. Uczniowie klasy 7 A, jak to dzień Adena, mają dwie lekcje matematyki. Igor odkrywa. Zaczyna przebieg wchodzi do sali. Hania wraz z Nadią wchodzą do szkoły, po chwili na korytarzu widzą uczących się E. Spójrz, jak jest niekura. Wiesz, nas książę. Ha! Do szkoły wchodzi Ameryka z uczniami. Nie zmieniają grup, tylko od razu idą na pierwsze piętro w sali matematycznej. Zamiast wyciągnąć książkę i przygotować się do lekcji, uczennicy wyciągają do pociągu lekcji do zdjęcia. Thank you.
Ученики задались на знающие жизнь, они стали потом отмахнуться. Только в комнату обмануться и наше отчаяние не жизнь завтра. По фильму будет, когда все в квартире нам учитель полез ученого. Thank you.
się wyjść, by się nie zmienić. O, słyszę, ale nie tam dalej. Nie tam dalej. Thank you.
Thank you.
О, как раз нам подарили на 8 класс книгу читать. Уже будем на лето. Она у нас уже есть. Thank you.
Otrzymuje Joanna Wąkowska, zajęcie drugiego miejsca.
10 место по математике в олимпиадах и вот такую замечательную книгу. И еще много-много-много всего, мы участвовали во многом всем, и мы получили, по-моему, 9 дипломов, да? 9, что-то такое, да. Что-то и плюс еще с пасок, ну, с вот этим вот флажком. Красный табель. Пасек. Да, табель, красный да, пасек. Да, лучший в классе. Да, и вот такая. Даже вот сказали, что лучший в классе. Большая. Круто. Мы молодцы. Это, наверное, самое большее количество дипломов, которые я за все время получала. Круто. Доволен школой? Нет. Не доволен? Не с этой школой? Ну, школа, она везде школа. Но сама эта школа довольна? Ну, школа прикольная, но... Школа классная, только учеба мешает. Но детям так всегда. Школа хорошая, но учеба мешает. Ну, да. Ну, все? Мы довольны? Мы закончили? Я закончил. Наконец-то каникулы? И наконец-то каникулы, и наконец-то отдых. И у нас уже есть на 8 класс книга. Да. На экзамен. Угу. Это нам на экзамен. Да. Все, пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока. Мы идем на каникулы. Пока.